Привет всем! Сегодня прекрасный солнечный день, воскресенье, и я нахожусь сегодня у своих друзей, которые живут в своем частном доме. Жизнь в частном доме в черте города – это классно, вдалеке от шума, недалеко река, но жизнь в частном доме также накладывает определенные обязательства. Это не только прикольно, но еще и уборка снега. Если у тебя нету газа или нормального электричества, тебе нужно заказать дрова. Если не можешь заказать колотые дрова, тебе нужно купить бревна, распилить, наколоть. Тебе нужна вода. Зачастую воды рядом нормально нету, приходится бурить скважину, ставить очистные сооружения. Дальше тебе нужно решить вопрос с канализацией. Короче, жизнь в частном доме это классно, но определенные трудности все же есть.